Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Скуби-Ду и Бэтмен – отважный и смелый. Храбрые персонажи в прошлом сумели пройти немало испытаний и разгадать множество загадок, но они не останавливаются на достигнутом. Теперь впереди героев ожидают новые приключения, полные странных обстоятельств и тайн. На этот раз веселому Скуби-Ду и бесстрашному Бэтмену нужно будет объединить свои силы для борьбы с коварным злодеем. Только общими силами обеих команд друзьям удастся победить хитрого нарушителя закона. Храбрость Бэтмена в сочетании с оптимизмом пса станут главным ключом к победе. Любой, кто попадается им на пути, будет в проигрыше, ибо герои умеют быть дружной командой. И даже если дело кажется страшно запутанным на первый взгляд, герои обязательно исправят ситуацию, наказав виновных и помогая простым людям. «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости 2016 года. Опасаясь, что действия подобного супергероя так и останутся бесконтрольными, грозный могущественный страж Готэм-Сити бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю Метрополиса, в то время как весь остальной мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой она когда-либо сталкивалась. Мстители. Эра Альтрона. Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон, искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако главной угрозой он посчитал человечество. Международная организация ЩИТ распалась, и теперь мир не способен справиться с таким мощным врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к величайшим героям Земли – Мстителям. Однако Альтрон слишком силен, и есть большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся эры Альтрона, где нет места для людей. Фантастическая четверка 2015 года. История о четырех молодых астронавтах, которые отважились на авантюрное путешествие в параллельные измерения для исследования аномальной волны космической энергии. Вернувшись из путешествия, они обнаружили у себя суперспособности, которые навсегда изменили их жизни.
Человек-муравей, вооружившись удивительной способностью уменьшаться в размере, но обладать при этом большой силой, мошенник Скотт Лэнг должен стать героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку Пиму, сохранить в тайне существование костюма Человека-муравья от угроз нового поколения. Но Человек-паук – высокое напряжение. Питер Паркер под маской Человека-паука по-прежнему спасает мир от злодеев и преступников, а свободное время проводит со своей возлюбленной Гвен. Но школьная пора близится к концу, и впереди героев ждет взрослая жизнь. Питер помнит о том, что дал отцу Гвен слово навсегда уйти из жизни девушки, тем самым более не подвергая ее опасности. Однако сдержать это обещание не так просто. Судьба готовит Питеру сюрпризы. На его пути появляется новый противник – Электро, а также ему будет суждено вновь встретиться с давним приятелем Гарри Осборном и узнать много нового о прошлом своей семьи. Стражи Галактики. Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ спасти свою жизнь – объединиться с четверкой нелюдимых изгоев, воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушители. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики. Люди Икс. Дни минувшего будущего. В недалеком будущем мутанты близки к истреблению – роботами-охотниками на мутантов, стражами. Единственная надежда для мутантов выжить – предотвращать череду роковых событий, предшествующих появлению стражей. С помощью своих способностей Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело в 1973 год. В прошлом все оказывается не так радужно. Молодой профессор Икс окончательно разочарован в своих идеях. Магнета содержится в тюрьме глубоко под землей, а человечество не знает, как реагировать на широкое появление мутантов. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!